Всем привет, с вами канал Убиваю BPM, и конфликт Телли Грейва и Биг Бэби Тейпа обретает все новые краски. У нас на канале есть два видео про историю этого конфликта. Краткая предыстория. Тейп и Телли вместе сделали трек под названием «Триша», но Телли Грейв не захотел выпускать его вместе с Егором Биг Бэби Тейпом, а пошел к другому артисту, которым оказался Федук. Из-за чего мы и сделали вывод, что между Федей и Егором есть разногласия. Узнав про то, что Телли выпустит трек вместе с Федуком, он слил этот трек бесплатно на SoundCloud, в ходе чего между артистами разгорелся конфликт. В итоге вечером 11 августа Телли Грейв публикует следующие аудиозаписи в своих инстаграм-историях. Телли Грейв, иди, вот реально иди, я тебя напрямую отправляю. Скажи спасибо, что я не отобрал у тебя твой контракт с Warner, чисто из-за того, что у тебя реально там болеет мама, и я просто не хотел так делать, чтобы ты по итогу там остался без денег и там не хватило на операцию. А так можешь реально гулять, просто. Я когда тебя увижу, плюну тебе. После чего он ответил на голосовые сообщения Тейпа следующим образом. Кому ты там в лицо плюнешь, а? Дурбецл с просроченным паспортом. Дрянная девчонка, я до конца с тобой пытался общаться нормально, но ты меня вывела, дура. Давай я приеду в МСК, и мы с тобой поборемся. Я тебя, сволочь, такую уничтожу нафиг. Попробуй, сволочь, еще мою семью сюда впутывай. Только вот колотить тебя, петуха, бесплатно я не собираюсь. 5000 баксов, и мы делаем бой на весь мир. Топтал я твои стрелки и так далее. Зачем ты мне сдался тратить на тебя, тварь, еще силы бесплатно? Если ты готов провести этот бой, жду ответа. Надеюсь, ты не сольешься, девка дрянная. Я с радостью выбью к чертям собачьим все зубы из твоего болтливого хавальника. Ты ведь ничегошеньки не вывезешь без вмешательства третьих лиц. За тебя твои кореша, блин, мазу нафиг тянут только. Сам ты ничегошеньки не вывозишь, дурында. Выйдем раз на раз, как мужики. Я тебя сначала поколочу, а потом обоссу. Вот твои 5000 долларов. Многоуважаемая, можешь приезжать забирать их, я тебя. И вот тебе еще 5000 долларов. За скорость на неделе приедешь, я тебя еще сильнее. На, приезжай, забирай, не твои. Давай, быстро, приезжай. Приезжай, Телеграй, ты где? Давай, приезжай. Давай, ты где? А? Что думаете по поводу этого конфликта? Нет ли у вас мысли, что ребята просто подогревают интерес к скорым релизам? Напишите в комментариях, на чьей стороне вы. С вами был канал Убиваю BPM. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока!